Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Девочки, ура, 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 мы наконец-то закончили этот учебный год. Вы не представляете, насколько я рада, наверное, даже больше радуюсь, чем мой сынок. Хотя, несмотря на то, что у нас, кстати, не было как таковых проблем с обучением, по крайней мере, у меня с сыном, но все равно мы очень-очень рады. И я не буду врать, мой сын хорошист, и у нас по основным предметам четверки, хотя, кстати, математику мог бы вытянуть на пятерку, но что-то вот он так вот у нас получилось. Так что мы несказанно рады, несказанно счастливы этому факту. Вот. Но, кстати, на этом у нас все не закончилось, потому что нам задали, во-первых, список литературы прислали, естественно, он не маленький, это первое. А во-вторых, у нас на июнь месяц учительница задала, книгу прислала в электронном виде на 50 страниц, которые нужно прочитать, перевести и ответить на вопросы. Да, вот, так что весь июнь мы будем заниматься английским и чтением книг, пока больше никто ничего нам не присылал. Вот, а еще у нас, наконец-таки, хорошая погода, на этой неделе даже вообще до плюс 20 обещают, но не знаю, посмотрим, как оно будет, потому что у нас погода такая, каждый день заходишь и каждый день на неделю совершенно разная погода, вот так вот у нас происходит. Но сейчас очень тепло, мы же ходим в маечках, в шортиках на улице, девочки, прям вот по заказу, как я и хотела. И еще сегодня ко мне приедет доставка. LaModa наконец-таки стала привозить домой с примеркой, я несказанно этому радуюсь. Заказала одежду мальчикам своим, мужу в том числе, и для себя кое-что там, такое. В общем, приедет, все обязательно вам покажу. Так что вот такие вот у нас дела, хорошая погода, настроение вообще отличное. Итак, вот приехал мой заказ LaModa, давайте я начну с моего мужа. Не все подошло, все, что я заказывала, ни мне, ни младшему ребенку. Младшему у меня вообще заказала ему пару футболок, но они оказались ему маловато. Что-то я ошиблась, наверное, с размером, или это были маломерки, не знаю. Но младшему буду перезаказывать. Чуть попозже ему надо будет тоже футболочки. Такие парадно-выходные я это называю. Мужу заказала это марка Остин, вот такую футболку. Она, кстати, очень классная. Она не трикотажная, но такая хлопковая, не сильно тонкая и не сильно плотная. Вот на лето, на жару будет классно, вот такой принт у нее. Просто обычная прямая стандартная футболка белого цвета. Классно. И вот такие джинсы светленькие, тоже это марка Остин у нас. Просто обычно. Единственное, что вот эти джинсы, они не тянутся. Ну, такая не сильно плотная джинса и не сильно тонкая. И по длине они ему хорошо подошли. То есть такие хлопковые джинсы. Будет вообще классно на лето. Ему вот такой наряд, скажем так, заказала. И, можно сказать, похожий комплект я заказала своему старшему сыну. Как я уже сказала, младшему мне не подошло. У меня у младшего есть джинсы. Хотела ему тоже подобрать футболочки прикольные, но не подошли. Вот подошло старшему. Вот это вот марка. Вот так называется марка. Elaria Kids. Очень нравится мне по качеству, а ребенку нравится вот этими принтами, да. Вот такая тоже обычная стандартная белая футболка и джинсы. Джинсы классные, они идут как бы с застежкой, с молнией, но при этом на резиночке, это вообще круто, можно подтянуть и на талии будет сидеть нормально, джинсы тянутся, они достаточно такие широкие и внизу идут вот такие манжеты. У меня сыночку отлично подошли, немного большеватые, но я подумала, что может быть после стирки немножко подсядут, это раз. А во-вторых, если есть вот здесь резиночка, можно всегда завязать, подтянуть. Это просто супер. Кармашки вот такие боковые очень классно сели. Вот эти вот, но они такие достаточно плотненькие. Вот эти джинсы очень-очень понравились. Это вот такая марка. Вот такой марки. Ну, я ссылочки вам оставлю, как обычно, внизу в инфобоксе. И себе я взяла два платья. Вообще я заказывала три, одно из них красного цвета, но я поняла, что лично мне красный цвет идет не весь. То есть некоторые оттенки делают из меня такую, знаете, так как волосы черные, еще и длинные, то я такая а-ля цыганка получаюсь в красном цвете. Не во всех, да, не во всех оттенках красного. Ну, в общем, платье красное я себе не взяла, потому что не понравилось, зато взяла вот такое платье.
Сейчас вот оно лежит как тряпка, непонятно. Я по мере вам, естественно, покажу. Это марка BeFree, моя любимейшая марка. У них какая-то одежда маломерит, какая-то большемерит. Это идет размер в размер, и следующее платье тоже будет идти размер в размер. Я взяла размер S-ку, оно мне немного длинновато. Так, вот марка BeFree, S-ка. Здесь идут выточки, вот такие вырезы, и оно идет длинное в пол. Но расцветка просто и ткань, девочки, очень похожа, как будто как вискоза это или что это за ткань, я даже не знаю. Вот по составу 100% вискоза. Девочки, за эту сумму, которую я взяла, это просто нереально крутое платье, просто нереальнейшее. Оно мне так нравилось, я очень сильно ждала размер свой, потому что... То есть это платье идет размер в размер. Сейчас увидите, как оно смотрится на мне. Потому что оно пропадало в наличии, я хотела сделать заказ, и пропало в наличии, в общем, но это просто, оно такое приятное, 100% вискоза, девочки, за такие деньги, вообще классно. Тоже все прошито ровно, качеством я очень довольна, ну, где-то вот, это принт даже, то есть это даже не ниточки торчат. Качеством я очень сильно довольна, прям огонь, сейчас покажу, как смотрится на мне. Итак, девочки, вот это платье, оно нереально приятное к телу, очень. Посмотрите, здесь сделаны вот такие как бы разрезы, и вот эта часть идет на резинке. Но резинка достаточно такая, то есть не тугая, достаточно свободная, можно как бы побольше вниз опустить, да, раскрыть. Можно как бы вот так вот сделать. Ну, мне вот так больше нравится, когда чуть-чуть. То есть здесь ничего не пережимает, нет такого, что, знаете, у вас такие куски тут вываливаются. Здесь такого нет. Вот, ну и здесь полностью закрыто, облегает. И сзади идет молния, она идет вот до сюда. То есть здесь вот хорошо все расстегивается, молния тоже достаточно качественная. Мне оно такое достаточно длинное. То есть на каблучках, если на каблучках... будет очень даже неплохо. Но у меня в коллекции моих платьев нет ни одного платьица вот подобного длинного, скажем так. И мне что-то так очень захотелось. Тем более такая расцветка. Мне кажется, мне очень хорошо. Вот. И мне оно прям безумно понравилось. И оно такое достаточно тяжелое, вот эта юбка, да, но при этом такая вот как бы летящая, такая очень мне понравилась. Прям вообще безумно нравится это платье. Не знаю, мне кажется, если бы оно мне не подошло, я бы очень сильно расстроилась, потому что оно действительно очень-очень классное. И следующее платье, это вот такое тоже от марки BeFree, тоже взяла в размере S. Оно идет полностью на кнопочках, которые расстегиваются по фигуре, то есть приталенное такое. И полностью, видите, закрывается до прямо самого горлышка. И это уже такая более плотная ткань, немножко похожа как на трикотаж даже. Основная ткань 68 вискозы, 28 полиамид, 4 эластан. Но оно так достаточно хорошо тянется. Там мне село очень хорошо. Оно такое достаточно плотненькое. Его можно носить как просто с такими тоненькими босоножками, как, не знаю, с какими-то... кедами, так и с грубыми такими босоножками, и оно будет смотреться просто огонь. Вот сейчас его правильно передает камера цвет, это такой пыльно-розовый или ближе к бежевому такой оттенок, очень классно его можно, вот сейчас неправильно, сейчас ярче показывает, вот, и, то есть его можно отлично сочетать с различными аксессуарами, добавлять, то есть такое базовое платье. Вот, и классно. Сейчас тоже покажу, как смотрится на мне. И вот это второе платье. Его надо, правда, мне отпарить немножко. Оно вот здесь вот мятое. Мне очень понравилось, как оно смотрится. Надо его только отпарить. То, видите, мятое немножко. Вот, здесь вот такая вот получается ворот. Вот так высоко стоит. Вот, то есть можно полностью застегнуть. Но оно уже такое, более плотное, более теплое, с таким рукавом. Очень классно. Мне тоже оно очень сильно понравилось. Я не знаю, с чем буду носить, с какими-нибудь босоножечками. Но на наше, скажем так, лето санкт-петербургское это платье будет отлично. Отлично смотреть. Мне нравится и цвет такой, то есть его можно обыграть различными аксессуарами, и оно каждый раз будет смотреться по-разному. Мне оно очень тоже понравилось.
такой нейтральный цвет, я бы так назвала. А я тут, девочки, вчера, можно сказать, психанула. Давно хотела это сделать. Решила все-таки это сделать. Я покрасила грядки. Они у нас сделаны из деревянного короба. Я как-то читала, смотрела, хотела, знаете, есть такие металлические грядки прикольные. Вот, но тут, короче, решила их просто покрасить. Смотрите, как симпатично получается. Еще надо вот эту траву всю мне убрать. Вот, и красота. Красивые грядки. Вон моя подруга. Муж уже, кстати, косил траву тут. Вот, а вот эту траву между грядок, я ее... У меня средство такое, типа Roundup. Ну, многие знают, которое уничтожитель травы опрыскала. Какая-то посохла, смотрю, какая-то не посохла. Вот, так что вот такую вот красоту тут навела. Вот. Еще надо где малина покрасить, но что-то мне моя спина сказала, что нет, хватит. Потому что все это в нагибку. Ну, не присесть же, как обычно пропалываете, да? Когда пропалываешь, можно там присесть, там на корточке, еще как-то. А здесь, получается, все в нагибку надо красить. Но зато такие красивые у меня теперь грядочки. А началось все с того, что я покрасила вот этот, ну, это качельки такие детские. И думаю, а почему бы мне еще не покрасить вот это? И решила покрасить. Ой, кошмар. Так что вот так вот. Там у меня уже начала сходить редиска, салатик, лучок выползает. Там, в общем, все, что насадила, уже начала выползать. Надо только дорожки сегодня подмести, порядок навести. В общем, всякое такое. Здесь тоже у меня в клумбе все цветет. Такие цветочки, не знаю, показывала вам или нет. Красивые начали расти. А вон там синенькие. Это георгины вышли. Вот. Раз, два. Вот этот только куст разросся. Хотела его уменьшить, но что-то жалко его стало. Тут два таких куста огромных. А вот это мой любимый мак. Я его очень люблю. Ой, как я его обожаю. Тоже сейчас смотрела, там скоро должен зацвести. Видите, какой огромнейший куст. Такой у меня, как зацветет, он у меня такой ярко-красный, по-моему. Рыжий-красный такой. Классный. Вот такие вот у меня. И петунечки мои. Петунечки зацвели. Вот такой у меня еще цветок. Вот, что у меня какие-то все красные, желтые и фиолетовые. Здесь вот тоже поставила. Ну, уже некуда сажать. Можно так выразиться. Вот эта петуния, я вам ее показывала. Ампельная, вот такая лимонная. Вот такая мне нравится лимон. Вообще желтые цветы не очень люблю. Но вот такой цвет мне нравится. Такой лимонный, классный. Сюда еще вот эти посадила. Не помню, как они называются такие. Но они, в общем, многолетки. Но мне их очень много. Мне некуда девать. Сюда вот это фиалочки. И вот здесь вот еще одна петуния. И так не очень было. Вот. Что такое? Композицию поставила. Надо подмести только вот здесь вот все. Мне брать. Подруга моя ходит. Жарко моей подруге. Жорко, скажу мне. Жорко. Вот. Да? Все, она в тенечек куда-то прячется. Видите, дышит так. Да? Моя девочка хорошая. Ну все, хорош. Так что такая красота. Качельки уже тоже поставили. Вот. И яблонька. Скоро цвести начнет. Уже такие цветочки у нее. Вот у меня вся петуния вот такая. Ну, вот эта красивая. Очень такие цветы. Вот такая и та желтая. Не знаю, еще должны какие-то зацвести. Посмотрим. Но что-то я покупала и смесь окрасок, и еще какую-то покупала. В общем, ну, желтенькую вот эту покупала, смесь окрасок, и, по-моему, вот такую фиолетовую. А что-то у меня вот такое вот все получилось. Ну, посмотрим, потом все зацветут. Видно будет, как, какие. Еще вот здесь вот эти два у меня цветка остались, никуда их не посадить. И вот покрасила такой у нас, ну, как это... Бочка была раньше такая серая. Я ее тоже покрасила, чтобы красиво было. И вот эти два цветка выставила. Надо их куда-то посадить, пока не придумала, куда. Вот. Может, тоже в какой-нибудь большой горшок посадить. Это эти астры же, да, по-моему, называются.
Вот. Так что вот такая вот у нас красота. Тут тоже симпатичненько. Надо весь двор только подмести, потому что тут пока работала. Вот. И еще у меня вот такой тюльпан зацвел. Вот такой, смотрите, какой красивый. Он вообще... Ну и зачем ты ешь ветки? Потом давишься. Вот. И, в общем, он у меня тут затесался в таких первоцветах. Я даже его не выкапывала, ничего с ним не делала в розах. Но красивый. Такой там посох тюльпанчик. Такой красивенький. Хотя уже поздно, наверное, для тюльпана. Но у меня растут. Ну, розы мои, как всегда, распускаются. Но цвести им еще рано. Они только листики распустили. Вот это моя здоровая роза. Люблю ее.